В этом году программе модернизации общественного сознания Рухани Жангару исполняется 3 года. В рамках ее реализации одним из первых на базе Жаксынской средней школы был презентован кабинет Рухани Жангару. Открытие модельных библиотек в селах района также остается приоритетной задачей по спецпроекту Туганчер. По району на сегодняшний день действуют их 3. Это в селах Жанакиима, Запорожская, Лазовая. Планируется открытие в Подгорном. Кроме того, среди победителей республиканского спецпроекта 100 новых лиц Казахстана есть и жаксынцы. Особо хочу отметить, что за годы реализации данной программы мы добились хороших результатов. Например, наши земляки Дина Жаламан, чемпионка мира по боксу, а также продюсер IDEA Айдербеков стали победителем проекта «100 новых лиц Казахстана». В республиканский реестр сакральных мест вошел мавзолей легендарного казахского батыра, подвижника хана Кенесары Маубек Батыр. Мы также широкомасштабно отметили 25-летие со дня основания памятного мавзолея Батыра. Кроме того, была издана книга «Жаксын Жаксы Баубек». На сегодняшний день в Жаксынском районе проведено более 80 мероприятий и реализовано множество проектов. Один из которых – Унирлыкол Бахтка Жол под программу «Рухани Хазына», главная цель которого – собрать, сохранить и популяризировать работы местных мастеров прикладного искусства. Сегодня он вошел в республиканский реестр проектов. Рухани Жангару. Рухани Жангару – эти два слова произвели прорыв в сознании как детей, так и пожилых людей. В течение 3 лет в рамках этой программы популяризированы сакральные места, традиции, обычаи. Я тоже не осталась в стороне и внесла свой вклад в это дело. В районной центральной библиотеке я реализовала проект «Унирлы кол бақытты жол». Целью проекта является повышение интереса молодежи к рукоделию, развитие работы мастеров. Кроме того, значительный вклад бизнес-сектора. Меценаты помогают строить детские площадки, дома для специалистов, общественные бани. Ими также оказана спонсорская помощь на более чем 2 миллиона тенге. Предприниматели намерены продолжать благие дела для процветания родного края. Нурсултан Ибраев, Асель Жанабергенова, Абай Тулеген, Кокши Ахпарат.